Вплоть до того, что мэров городов должны выбирать сами люди. Понимаете, это очень важный момент. Вы прекрасно понимаете. Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции Республики Беларусь и попробовать ее вернуть, взяв за образец Конституцию 1994 года, где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение настоящее наших трех ветвей власти. И самое главное, было право народа на определение своей судьбы. Я абсолютно уверен, что раз мы за один месяц собрали 400 тысяч, то уж как-нибудь за два месяца мы сможем собрать 450 тысяч людей, которые готовы будут, независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, как она должна быть, страной, в которой будут напрочь отсутствовать хамство, в которой будет уважение друг к другу и, самое главное, будет уважение к народу. Я думаю, что независимо, кто будет 9 августа объявлен победителем, к Новому году Беларусь будет с новой конституцией. Спасибо.